Yes, indeed. Begins again. Всем привет, друзья! С вами Крисмас и снова Соль, снова Святилище. Хорошо. В общем, мы в прошлой серии увидели стрёмную локацию и ещё одну. Хотя они тут все стрёмные. Стрёмные глаза, которые у нас высасывали мозг. И по пути к этой локации, к срезу, мы встретили очень много новых монстров. Я не хочу с ними сражаться, серьезно. Кстати, я много всего подобрал, что может прокачать мою косу. Но и я, кстати, увеличил вес. Я теперь могу только так вообще прыгать и бегать. А, и кстати, ну конечно же, ну. Ну смотри, я вот сейчас даже тормозну запись для тебя и смотри, сюрприз будет, сюрприз. Итак, добро пожаловать, месье танцор, слышь, диско, поглядите, какой красавчик перед нами, хоть и бородатый не следит за собой, но у него костюмчик дичайший, ты посмотри, ну даже вот если он зажжет, ну смотри, зажжет он факел такой, такой красавчик, посмотри, какой красавчик, а ты чё? Короче, красавчик, друзья мои, друзья, красавчик с косой, это как смерть. Только красавчик с косой. Красавчик с косой. Все. Название серии это прям 100%. Берем. Горсть алмазов, опять же. Нихера себе, хорош. Вот, вот этих вот гоблинов мы всяких каких видели. Я не знаю, кто он. Ой, блядь. А он причем как-то ту... Это короче, как рыба. Как рыба. Он тушит мой этот. Я его не вижу. Серьезно. А он какой-то прям вообще никчемненький. Смотри-ка. Я нихера не вижу. Вот теперь вижу. Каменный гид. Каменный гид это неплохо. И срез какой-то. Это уже замок наш, да, какой-то? Нет? О, блядь, опять он еле-еле замахивается. Ну, иди в пизду, дружище, блядь. Ну, серьезно. Я понял, что это. Помните вот это вот? Я помню это. Или не помню. Что-то я не помню. Слушай, издой. Смоляные леса. Пичвудс. Все, я вспомнил, смотри. Ну ты вспомнил? Я вот вспомнил, а ты вспомнил? Если ты вспомнил, то ты красавчик, прям лайка вообще. Заслуживаешь и ты, и я, все нормально, хорошо. Ну точнее, это видео точно заслуживает лайка, но как же, ну... Можешь сюда? Нет, не может, видишь? Он красавчик, но он не может. Ну, красавчик с косой, но он нихуя не может. Это нормально. Это вполне сойдет. Опа. Опа. Че это у нас здесь? Нихера. Окажется то, что потайная дверь. А, кстати, возможно. Ну-ка. Давай-ка проверим. Я нихера опять же не вижу. Но потайной двери нету. Есть только факел, который нам освещает путь. И это очень хорошо. Водичка, водичка, вода. Я знаю, тут и туда. Там ёбаные враги. Меня ждут и хотят мои мозги. Ёбаные враги. Хотят они мои мозги. Освещает только эта лампа. Знаешь, это как притягивает. Вот, к примеру, путника, да? Вот он идет без факела, у него ни хера нету. И такой видит свет. Бежит, а там такая хуйня вылазит с этим тесаком, и как только разрубает ее на половинке, закройте глаза. Это может быть стрём, но он какой-то никчемный, серьезно. Ой, он еще и станется. Ну все, это капец. Это его карьере капец. Целевая алхиматория. Солк алхимэншери. Солк анкинменшери. Не на... Блять. Не надо, дружище. Нет. Он после меня не оставил ни черта. Просто соленое существо, которое 2000 соли. Неважно, он просто меня в пух и прах раздавил сейчас. Просто после меня остались куски мяса и соль.
Но на самом деле осталась только кровь. Я нихера опять не вижу. Включите свет. Мне темно. Я джентльмен. Джентльмен без света. Мне нужен свет. В конце туннеля. Маньяки гонятся за нами. И ДБДшечка отстала я зовет. И ДБДшечка отстала я зовет. Не надо. Не надо, говорю, слышь. Там какой-то сундук есть, надо его по-любому ушатать, вот этого монстра. Давай, ублюдок, отдай мне мою соль. На что же я жить теперь буду, ну? На, и похуй. Так, ты нормальный, да? Хорошо, ты нормальный, вполне. Испорченный большой щит, испорченная рука. Я не буду его убивать, неважно. Возможно, это, кстати, босс сейчас будет, не знаю. Если это босс, то я приготовлюсь себе сразу сделать вот так. Хотя нет, стой, вот. Да, это босс. Это без кожи. The Unskinned. The Unskinned. Unskinned. Маш быстрей. Хорошо. Их двое. В смысле, блядь? В смысле их двое? Чё за хуйня? А-а-а-а-а-а-а-а! Ну ты понял, да? Архитектор. Их двое. Двое, мать твою. Но тут опять же, ну это логично. Есть ближний урон, это физурон. И есть урон от этого. От чуда. Кстати, у меня вроде эти доспехи, они для... Ой. Они как раз защитой от святого. От святого они самое то все не ебет. Значит... В этой серии мы бегаем чисто в этом сете. Все правильно. Все правильно, я все подрасчитал, ребята. Это все, я прям красавчик. Кстати. Минуточка отрыва была от компа. Итак, продолжаем мы ракалить в соляночке. Соляночке со сметаночкой. О, блядь. Соляночка со сметаночкой. Подойдите. Подождите, пацаны. Я от вас убегаю. Нахуй вы мне не нужны. У меня соляночка. Да и со сметаночкой. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. То-то-то-то-то-то-то. То-то-то-то-то-то-то. То-то-то-то-то-то. Пау. Давай, соляночка со сметаночкой. Пизда вам, ребята. Я готов, сука. Ну давай, ублюдок. Причем два упыря, сука. Да, я сразу подумал, без кожи, ну ладно. А там он, смотри наверх, там, блядь, еще баба какая-то, бабища прям стоит. Нет! Есть! Я забыл, то что... О, ты. Не надо, пожалуйста. Нет, прыгаем. Но я же успел, не надо мне пиздеть. Давай! А, вижу. Вижу. Хорошо. Оп. Нет, ну нет же, ну. А ебать, ну никак же так-то. Ну, в смысле? Не надо так делать, ну. Воу! Да есть, курить! Подставай, вставай быстрее, вставай! Ну, это... Блин, я забываю кнопки. Я путаю кнопки. Все, это пиздец. Это все, это пизда. Это все. Ну да, короче, это курва ебаная расставляет всякие свои бомбочки. В то время как на меня этот чувак агрится. Сука. Давайте, ребята, сделаем так. Мы ставим на паузу. И продолжаем с того момента, когда мы доходим до босса. Потому что? Потому что так надо. Пауза здесь и продолжение тут. Хорошо у нас в лесу живут. Хорошо. Мажем. Мажем, сука.
Мажем, блядь, мажем, конечно, блядь, иди сюда, паскуда ты тупая, слышь. Бабищу надо первое, бабищу отвечай надо первый. Просто, действительно, вот этот мужик, он, блядь, он никчемен. Вот, если уворачиваться от всех его ударов, это просто изи. Или не изи. Хуй его. Бежим. Ну не на... Ну это пизда. Всё! Всё, блядь! Всё! Архитектор крадёт у тебя сколько-то соли. Иди нахуй, говорит, дружище, блядь. Хорошо. Без проблем. Без, сука, каких-либо проблем. Нахуй. Опять пауза, хули. Продолжаем. Продолжаем мы с этого места. Мажем. Мажем, сука. Пьем, потому что я не хочу те хпшки тратить. Пьем, конечно, пьем. Вот и все. Погнали. Так, таймер у нас работает, все хорошо. Ну давай еще разочек попробуем против. Нет, все-таки мужика вначале надо, мужика. И надо оставаться аккуратным. Нужно оставаться аккуратным. Да вот ну как вот, ну как тогда будет? Ну я не знаю вообще как, что. Ну я, блядь, ну вот как, сука. Как здесь действовать? Блять, я на самом деле на этом боссе я забываю, как прыгать. Я действительно забываю, как прыгнуть нам. Паскуда тупая, блять. Хорошо, здесь я успел. Нет. Пизда. Ёбаная пизда. Ну чё ж, давай еще раз попробуем, без проблем. Без проблем, давай еще раз попробуем. Пасть у него, конечно, прям хватает, чтобы меня захавать. Я вообще не знаю, блядь, как можно быть таким пацаном, чтобы прям, блядь, давай-ка я нахуй. Оп, успел, хорошо. Бабу надо сначала, бабу в любом случае, бабу. Ну вот она вот эти хуйни расставляет, и она нам просто... Смотри, она нам не дает пройти дальше, получается, правильно? Успел, хорошо. Здесь... отлично, ну все, я понял, как нам действовать. Давай. Блять, ну как так-то? Пьем. Хорош. Блять, еще раз попался. Ну я бабище почти ушатал, хорошо. Не, вот не надо вот так вот стоять не надо. Надо, чтобы они отдельно были. Потому что когда они вместе, я не успеваю ничего сделать. Давай, упырь. Работай. Работай руками. Оп. Хорошо, минус она. Блять, ну это пиздец. Давай быстрее пей. Пей скорее. Хорошо. Блять, ну это... Хорошо, ладно. Без проблем. Так, давайте поменяем. Блять, нет. Пьем. Меняем. Мажем.
вот так вот делаем. Давай, упырь. Хорошо, тайминг изучил, все. Угу. Блять, ну тут пиздец, конечно. Рано, блять, близко нельзя. Ну что ж ты, ну. Близко ж нельзя перед ним стоять. Ну зачем так-то? У меня очень сильно режется ХП. Я не знаю, куда он одевается. Зачем я вот выпил сейчас? Серьезно, зачем? Зачем я выпил? Ну давай, ублюдок. Хорошо, успеваю. Успеваю по таймингу. Хорошо. Все, ну все, ты не выигрываешь, дружище. Ух, хорошо. Ух, прям. Ух. Мало. Мало. Ухо архитектора и печень бескожего. Давайте почитаем, что это. Ухо архитектора. Да хрена у меня ух, конечно, уже. Так. Ухо архитектора. Кайра архитектор освоил искусство солевой алхимантии, чтобы подчинить своей воле море и его бесчисленные потерянные души. Эти извращенные формы и бессердечное уродство исполняют ее капризы вопреки естественному порядку. Ну, конечно же, можно использовать. И печень бескожего. Страж архитектора. Представляет собой шедевр солевой алхимантии, демонстрирующий мастерство Кайра и безумие, необходимое для достижения подобного шедевра. Можно использовать... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хорошо. Ну, здесь я и так без вас могу, в принципе. А, нет, не могу, да? Хорошо. А, стой, погоди, там что-то есть сбоку, да? Добраться до туда хуй его знает как. Ладно. Неужели новая локация? Склеп мертвых богов. А почему вода идет вверх? Ты видишь? Ты заметил, да? Почему? Потому что боги мертвые. Ты видишь? Зеленый гигант стоит. Ну его нахуй. Короче. Ну его нахуй, в натуре, блядь. И, ну конечно. Конечно же, я спрыгиваю туда, куда мне не нужно. Точнее, туда, куда мне не хотелось бы упасть. Новая локация, новые проблемы. 24 тысячи соли, я могу их сейчас проебать. Утонувший медальон. Блин, как мне залезть туда наверх? Ну вообще, как мне вообще найти где-нибудь надо? Здравствуй. Не надо. Замечательно. Хорошо. Превосходно. Я что-то опять подобрал, не увидел чего. Не нужно так вещи подбирать на скорне, на скорую руку, потому что... Опа. Опа. Вот так вот тоже можно, кстати, да. А вот теперь хуй его знает, когда сюда добраться и забрать свои души. Вот это прям замечательно. Вот это я понимаю. Мы потеряли 24... Вот ровно 24, понимаешь? Ровно 24 кусочка. Давайте... Где у нас клириченский? Давай, клириченский. Давай мы у тебя купим предметы. Предметы я у тебя купить хочу, слышь. А, это максимум, да. Хорошо, давай. И вот это тоже по максимуму куплю, чтобы ты, сука, не вывозила за хорошую цену. Вот теперь, в принципе, все хорошо. Так, ладно, погнали. Тихо, темно, мне очень темно. Нашли мы новую локацию. Там какие-то стоят големы, которых я не хотел убивать, и в итоге они убили меня. Замечательно. Так, мне кажется, всегда и бывает. Ты никого не трогаешь, не хочешь никаких убийств, в итоге убивают тебя. Потому что мир... Что мир? Да, мир несправедлив.
Тихо, не надо меня трогать. Он, сука, меня тронул, прикинь, тут. Ему похуй, он меня тронул, и все, ему до пизды. Здорово. Что, что ты в эту сторону покатился, не мою? Так, ладно, босса этой локации мы нашли, мы убили, все. Теперь мы идем в другую локацию. Локацию мертвых богов. Что может быть хуже? Не знаю. Давай, появляйся. Хорошо. Появляйся. Хорошо. Хорошо. Все, отлично, замечательно, превосходно. Изумительно. Склеп мертвых богов. А вот здесь вот нету, что ли, блять, святилище-то, ну? Ну хотя да, на кладбище какое-то где-то святилище. Чемодан соли. Опа, здорово. Хорошо. Я решил поверху прокатиться и как раз правильно сделал, по-моему. Да, святилище. Замечательно. Экипировать символ. Без проблем. Блять, ну ты чё? Выбрать символ. Давай. Захватывай, красавчик с косой. Джентльмены, удачи сулят нам. Пиздюлей. Увы. Увы, пиздюлей. Да что ж ты, ну? Хорошо. Так. В этой локации какая-то магия прям присутствует, не знаю. Да что ты, выйди из этого уже. Ай, ё-моё, чё ты? Ска. Чё это у нас здесь? Ну понятно, срез. Просто пройдем дальше, посмотрим, что у нас дальше. Возможно, какая-то еще одна локация. И... просто посмотрим. Каменный лидер, который нам, кстати, сейчас здесь нужен. Сейчас мы его здесь поставим. Слишком долгая дорога в другую локацию, что ли, или что? И вообще, если это локация. Возможно, какой-то срез. Да, это срез, по-моему. Но это хорошо, кстати, что это срез. Пещера Хагера. Блять, замечательно. И наконец-таки я не забуду про Хагерскую пещеру, смогу ее пройти. Потому что про эту дорогу-то я уж точно не забуду. Просто я постоянно говорю про... блять, надо пройти Хагер, надо пройти Хагер. Там же есть босс наверняка, и надо пройти его. Я такой, ну, блять, наверное, надо пройти, да. И в итоге иду в другую локацию, следую другую локацию. Пока я следую другую локацию, мне уже некогда... забываю про Хагера, и все. И пиздец, собственно говоря. Так, что у нас здесь есть? У нас здесь все по стандарту. Хорошо, погнали. Давайте попробуем убить одного из этих гоблинов. Если ты гоблин, конечно. Ах ты, сука. Ну, он какой-то прям такой жесткий, да. Ну да, правильно, скинь меня вниз, и я выживу. Скинь меня вниз, и потом я за тобой вернусь, ублюдок. А куда я шел? Я же сюда где-то шел, да? Я здесь где-то был. Да, точно. И этот меня решил тоже просто скинуть. Иди, говорит, нахуй отсюда. Блять, эта хуйня больно бьет вообще-то. Внизу там что-то есть? Я просто не хрень. Я слышу там какой-то топот жесткий, как вот эти вот гоблины ебаные. Которые меня скидывают постоянно. Видимо, это прикол. Ну чё, мне больше нечего делать, в принципе. Как спрыгнуть. Там какой-то ништяк. Хорошо, давай поднимем. Обугленный медальон. Я не буду читать, что это возможно тоже для прокачки. Ну здорово, ублюдок. Все, блядь, ты рассыпался вот так легко. Сколько ему? 5-6 ударов нанес. 7. Я не считал просто. Да и вы, наверное, не считали. Нахуй вам считать мои удары. Серьезно? Крисмас, ты, блядь, что-то... Опять ты, сука. Ты заебешь. Ну хорошо, что он хотя бы на меня не нападает сразу, что ли. Ну давай, попробуем. Это как бы уже... понятное дело, какой-то мини-босс.
Какой-то новый, что ли. Хуй пойми. Ну, он уже встречается мне второй раз. Ну да, он мне пиздюлей дает. Я понял. Пьем. Прыгаем. Ну, вроде легко. Ну, легкий, легкий, да. Ну, блять, он стрёмный, если пропустить. Горсть алмазов снова. Блин, я думал, я эту херню вообще никогда не добуду. На самом деле, она, ну, видишь, какая? Частая. А, я нихуя, опять же, не вижу, что там внизу, что там сбоку, блядь. Блядь, 6500. Давайте найдем путь к моим, к моей соли. Вернем ее, попробуем. Если не вернем, то... Ну и похуй, короче. Мне надо соль мою вернуть. Первоначальная моя цель сейчас. В данный момент, так скажем. А как забраться наверх, я не знаю, потому что есть только путь вниз. По крабьим дорожкам. Да, в смысле, ты не можешь запрыгнуть, серьезно? Че, блядь, за издевательство? Ну, пойдем тогда вперед, похуй. Я сейчас опять, в принципе, накраблю себе делов тут. Сейчас вот там 20 тысяч проебу, тут 6 тысяч проебу. Потом еще день тут проебу. Ну, это и такая игра просто про проебы, ну. Давайте, прыгаем. Хорошо. Хорошо, замечательно. Так стоять. Хорошо. Это куда мы попали? Это мы случайно не наверх поднимаемся? Просто мне как раз нужно наверх. Утонувшая кадила. Опа, хорош. Срезик такой нормальный открыли, смотри. А, смотри-ка. Ой, замечательно, смотри. Ну все, пизда вам, ребята. Я до сих пор, наверное, надеюсь, то, что я не подпроебал свои души. Я пошел их верну. Чувак, ты можешь меня опять вниз кинуть? Хотя ты никчемный, я тебя сейчас уничтожу просто. Но он же никчемный, друзья. Ну как так-то? Ну? Как ему можно проигрывать? Он, блядь, ну тряпка, пиздец. Вроде огромная, вроде тряпка. Серьезно. Да, вон, вижу, короче, птичку. Иди сюда. Хорош. 24 куска. Эй, здорово. Нет. Ой, хорош. Ну, тряпочка. Даже, ну, как я ему вообще мог проигрывать все эти минуты, секунды, блядь. Прямо аж тошнит, сука. Да ладно. Без проблем. Так, хорошо, мы обратно вернулись, да? Ну, в смысле того, что я вернул свои 33 куска. Эй! Да в смысле, блядь? Прыгаем. Ой, прям. Тряпочная тряпка. Замечательно. Мне нравится эта локация уже. Я считаю здесь... Здесь локация мертвых богов. А я, видимо, один из самых живучих богов здесь. Блять, я думал, ты одноразовый, дружище. Ебать, ты вообще, конечно, можешь. Можешь дать просраться. Ну, давай. Давай. Дай мне просраться, дружище. Давай. Короче, срезик мы открыли, ребята. Срезик открыли, а значит, нам сюда. Можете просто пропустить. Иди в пизду, короче, дружище. Дай мне пройти. Все, хорошо. О, блять. Дал пройти, сука. Пиздец, бежим. Нет! Хранитель склепа крадет у вас 35 тысяч. А если я сейчас его не убиваю? И просто счастье на глазах. Счастье. Ладно, хорошо. Так. Так, я помню, что сюда. Хорошо. Мажем. Достаем свое вертило, крутило и пиздарики. Отправляем этого чувака спать. Ну, как я ему мог проиграть? Ну, серьезно. Сейчас довыебываюсь, серьезно, смотри, сейчас довыебываюсь.
А я, кстати, напоминаю, что он стал вдвойне сильнее, и у него стало больше хп. За счет того, что у меня... Ой, у него и моя соль. Может быть, ты сдохнешь? Уже. Уже пора, дружище. Уже пора. Уже давно, блядь, пора. Некого охранять, понимаешь? Некого, некого охранять уже. Некого, говорю. Пьем. Быстрее, быстрее пьем. Блядь, неужели я его убил? 45 косарей. Это получается, за него сколько дают? Ебать, фармим, пацаны, фармим! Фармим, блядь, фармим. Ладно. Вы это не слышали. А я это не говорил. Поэтому мы идем вот сюда, потом сюда, потом вот сюда. Распределяем очки и возвращаемся обратно. Хорошо. Я же, кстати, хотел здесь кого-то поставить, да? Мне нужен лидер, маг и гид. Ну, без разницы, похуй, гид, маг. Вообще до пизды. И маг будет, и гид пускай будет. Хорошо, все. И повысить уровень. Давай, повышаем. 4 левела я смогу поднять. По возможности. Да, и еще один левел могу поднять. Хорошо. И у меня остается 4 куска. Ну, 3440. Не угадал. Ну, с кем не бывает, хули. Хули теперь мне. Страдать, что ли, блять? Опа. Могу отдалить, могу приблизить. Красиво. Так, ну чё мне, значит, к весу мне нужно в любом случае еще. Давайте пока что к весу прибавим. К весу, надо к весу прибавлять. Или ловкость повышает урона зависящего. Тут еще всякую фигню пишут, можно ее почитать. Может быть, это и есть, кстати, сюжет. Скрывается сюжет, опять же, в описании предметов, возможно. Вот здесь вот не просто так пишут всякие вот дали, следует пророчество горящих облаков, видение Киры слепой, провидицы кенов и зеленой фермы, деревню в области Ливен. Горящие облака 1-1, видишь, понимаешь? То есть говорится о какой-то, о каком-то пророчестве, о каком-то видении какой-то Киры, о провидцев кенов и зеленой фермы, деревни в области Ливен. То есть какая-то область... Какое-то пророчество, какие-то люди, какие-то, блядь, провидцы и так далее. Ну, блядь, в общем, все здесь есть. И писашка здесь прям замечательная. И это получается, возможно, сюжет. Сюжет, понимаешь? Сюжет. Давайте, короче, втаскиваем в... Или, может быть, мне просто нужно 5 уровня косу прокачать? Косица или нет? Давайте, короче, с косицом закончим. Блядь, ну ты чё? Да что ж, попади в нее, ну вот, хорошо. Да, ну чё, блядь, что ты делаешь? Вот не на ту кнопку нажал и все, пиздец. Миссия провалена, нахуй. Хорошо, да купишь ты ее, ну. Копишь, копишь, коплю, конечно, коплю. Ну, 2 левела, короче, мы его подкопим. Копишь, коплю. Это как в мафии. Ну чё, Джо, копишь? Коплю, коплю, ёпта. Сделал подношение, сделали. Все сделали. А теперь, чё у тебя можно? Работа. А у тебя нихуя нету. Ты просто лохушка ебаная. Иди в пизду. Так держать, иди нахуй. И тебе так держать. Приветствую, странник, здорово. Купить предметы без проблем. Что у тебя есть? Нихуя у тебя нет. Иди нахуй. А потому что что? Потому что ты ебаный маг. Здорово. Может, блять, у тебя хотя бы что-то. Ну конечно, у тебя есть ебаный рог, который мне нахуй не нужен. Давайте купим все. Купим все рога, которые есть у него, блядь, вообще на Диком Западе, нахуй. Я не хочу просто отдавать все деньги свои... Этому, как его? Клирику? Все, хорошо, уйти, да. Будь осторожен, без проблем, дружище, без проблем. Ребята, ребятушки. А давайте на этом закончим, потому что таймер... подходит к концу. А это значит, красавчика с косой, а точнее джентльмена, удачи вы увидите в следующей серии. Да, похожу я еще следующую серию в джентльменском костюмчике. А на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока.